Блин, зонт забыла. Эй, школьница, иди сюда. На, возьми тогда. Обойдусь. Бери. Хорошо. Спасибо. А как же вы? Учись прилежно. Эй, Чан Дон-су, нашел время для посиделок. Раз заставили ребят работать, нужно и накормить. Скоро подъедет Усон. А где твой зонт? Добреньким притворяешься. Школьница? Да. Ты этот зонт лучше сожги потом. Этот дядька бандит. Дядь, вы больше на бандита похожи. Чего? Хватит ржать. До свидания. Будь осторожен. Спасибо. Прибавь звук. Школьница Пак возвращалась домой после школы. Полиция отмечает юный возраст жертвы. Пока что мотивы преступления не ясны. Расследование по этому делу продолжается. Усон. По местам. Обыскать все, начиная с автобусной станции. Где он мог спрятаться?